Наше второе видео о компании, это вы опуститесь вниз, найдете здесь Affiliate Programs. Значит, ребята, здесь есть очень большие сайты США по трафику и уже куча вбитых кредитов, которые остались с прошлых раз, которые вы можете использовать. Например, вот вы остановились Traffic Deluge, вы нажимаете на него, открывается окно, нажимаете сюда Sign Up, открывается Traffic Deluge. Так. Все, вы нажимаете регистрироваться, все как всегда, и когда вы на почте подтвердите регистрацию, вы вернетесь сюда и возьмете вот эту штучку и получите 30 тысяч кредитов. Идем дальше. Вот вам еще 30 тысяч кредитов, вот вам еще 50 тысяч кредитов, еще 20 тысяч баннеров, вот 30 тысяч кредитов, вот 30 тысяч, вот 130, вот 30. У вас здесь есть все, о чем вы можете только представить себе. 30. И вы все везде регистрируетесь вот так на этих сайтах. Вот видите? Sign up. И вы получаете бесплатные кредиты на рассылку людям, которые будут открывать это, чтобы получить эти кредиты. То есть у вас тут этих кредитов немерено. И каждые 10 дней даются новые. Например, вот если мы возьмем март 28, то вот 50 тысяч кредитов мы получили в Lucky Fest. И так далее. Теперь, вернуться домой мы всегда нажимаем Home. И теперь нам надо создать свою email-компанию, чтобы шла рассылка. Как это делается? Мы нажимаем Edit Autoresponder. Сейчас я вам покажу, как это делается. То есть всегда возвращаемся домой, нажимаем кнопку Edit Autoresponders. Так. Мы выбираем компанию. Вам лучше выбрать 100% Mailer, она будет первая в списке выпадать, когда может добавлять людей вручную. Так. Но так как она у меня есть, я вам на примере другой покажу. Вторая у нас будет вот такая. Мы нажимаем Load All. Вот сюда нажимаем. Соглашаемся. И эта компания теперь находится у нас. Ну, я сюда много, у меня разные компании. Да. Это не важно, что здесь написано. Нам надо компанию. И мы нажимаем на плюсик. Открываются окна с уже вбитыми письмами по именно вот этой компании, которая называется 10K Challenge. Нам это не надо. Мы нажимаем сюда Edit Message и просто переделываем сообщение на наше. Сюда я поменял название, где name — это имя человека, который подпишется на вашу страницу. Если он не подпишется, ничего не будет, будет просто вот так. Все это стер, поставил. Дальше я вот это все дело тут так выделить не получится, здесь сделано через HTML. Удаляю, delete, кнопка не backspace, а delete, пум, все, пустое окно. Теперь я иду, беру текст. Я иду к себе, где у меня уже рассылка вбита русская, и беру текст, вот, например, вот он. Я на него нажимаю на увеличительное стекло, копирую серию писем, ну, письмо первое полностью. У вас будет такое же самое, не волнуйтесь. Иду сюда, и здесь, так, письма сюда вставляются, вот так просто ударили Enter и Ctrl-V. Может быть, с первого раза не получится, не волнуйтесь, у меня никогда не получается. О, первый раз в жизни получилось. Ctrl-V я вставил это письмо. И шрифт обычно я беру 12, чтобы человеку не напрягаться, удобно было читать. И мы нажимаем Save. Этот Yes, это пойдет, то есть это первое письмо, где здесь нет никаких цифр, оно пойдет, как только человек внесет email, или вы внесете email, это письмо тут же попадет к нему на почту. И вот как оно уже выглядит. Видите? Раз. То же самое делаем с письмом номер 2. Открываем. У нас есть серия писем. Я их перепишу теперь под это дело, чтобы всем продавались нормально. И начинаем слать. То есть вы все получите серии писем и все, что с этим связано. Теперь нам нужно привязать к этой компании страницу захвата. Мы опять возвращаемся к кнопку Home, как всегда. И нас интересует Capture Pages, страницы захвата. Здесь куча готовых страниц. Смотрите. Любых, уже вот готовые просто. Что хочу, то ворочу, вот они. Если нам просто заносить email с Facebook, то нам нужна любая.
совсем любая, и чтобы она была, мы нажимаем ее, сделать ее основной для начала. Вот я выбираю наш бизнес Team Elite Responder и нажимаю Make Primary Page, сделать основной. Бах, вот она у нас есть, готовая страница уже, так. Вот так она выглядит. Возвращаемся на центральную страницу Home, мы здесь, вот наша страница захвата. Теперь нам нужно привязать эту страницу захвата к нашей mail-компании, где мы вбивали серию писем. Видите, называется она у нас 10K Challenge. Вот она. Все будет здесь на русском. Первое послали сразу, вторая на следующий день, потом через день. Можно каждый день поставить, неважно. Итак, 10K Challenge, хорошо. Значит, что мы делаем? Мы нажимаем Edit Capture Page. Нажимаем Basic Settings. И мы здесь просто выбираем 10K Challenge. Вот он. Выбрали. Окей. И все, что нам надо, это просто нажать кнопку Update. Save Changes. Бах. Все, страница привязана к нашей email компании. Теперь опять нажимаем Home, нажимаем эту страницу. Можно вот копировать URL этой страницы. Вот она есть. Все, без проблем. И теперь вот что мы делаем. Смотрите. Я на нее захожу. Вот у меня здесь есть email. Сейчас смотрите внимательно. На это видим, это надо сделать в другом видео с программой. Я сюда вставляю email, нажимаю Submit. И тут же человек, email которого я вставил, во входящий получает мое первое письмо, которое мы с вами создали. Тут же. И он уже автоматически, вот это письмо он получает, вот в таком виде. Вот так вот. И он тут же автоматически стал моим подписчиком. Теперь он получит письмо и завтра, и послезавтра, и все время будет получать письма от нас.